В Приморье стартовала акция «День здоровья». Весь апрель медики будут проводить обследования желающих, оценят факторы риска развития самых опасных заболеваний. Акцент на выявление болезней системы кровообращения, онкологических процессов, болезни органов дыхания, сахарного диабета. Главное – вовремя выявить и предотвратить развитие этих патологий. Приморцы могут пройти обследование в любой удобной поликлинике при наличии полиса медицинского страхования и паспорта. Результаты можно получить в поликлинике прикрепления. Проверить здоровье можно с 1 по 30 апреля. В любой день с 8 утра до 8 вечера. Акция «День здоровья» – одно из ключевых направлений нацпроекта здравоохранения.